И всем приветствия! Это коротенькое видео о том, как вернуть скорость Ютубу, чтобы все показывалось как раньше, в хорошем качестве, без всякой там буферизации постоянной, раздражающей всех. У меня этого тоже, кстати, вот не было до последнего времени. Сейчас вот смотрю, тоже появилась такая проблема. Это прям очень раздражает. Ну, я чуть-чуть погуглил, там несколько вариантов попробовал, и вот нашел самый оптимальный, бесплатный и очень быстрый. На данный момент, во всяком случае, у меня это все работает. Даже сейчас вот посмотрим, например, на примере. Так, допустим, откроем какой-нибудь ролик у меня. Вот, например, по созданию игрульки. Опа, мы сразу видим проблему. С первой же секунды. Уже была подгрузка. И вот очень маленькая буферизация. Зарабатываемый нами пошаг. Чуть-чуть прошло опять. И это всего лишь... А, нет, ладно, это в максимальном качестве уже открыто. Но, в общем, смотреть видно, что невозможно. Промотали. Бафаем. Увеличение еще урона. Промотали, он 480 ставит, гад. А мне надо, например, максимальное качество. Включаем его, и мы видим опять эту раздражающую, бесячую загрузку. Ну, в общем, этого достаточно, чтобы уже понять, что смотреть это нереально. Отматываем все обратно и переходим вот по такой ссылке. Ссылка прямая будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. Это, в общем, программка Goodbye DPI какая-то. В общем, здесь даже последняя версия вышла. Вот буквально сколько тут, вот я ее только что скачал 2 часа назад. В общем, это какая-то пререлиз версия, возможно, не рекомендованная, я тут особо не изучал, но официальная, как бы, уже последняя версия, это вот это вот. Вот здесь ссылка, вот она, Goodbye DPI 0.2 zip. Но сейчас я вот ее пробовал, оно работает. Сейчас попробуем на примере вот этой пререлиз версии, которая вот только вышла. Вот она. Здесь она, что по умолчанию закрыта, так что тут надо быть внимательным, нажать на вот assets сюда вот. И вот здесь появится верхняя ссылка. Скачиваем. После скачивания, так, ну я вот ее уже скачал, да, помещаем по какому-нибудь пути, где нету русских символов, потому что бывает с этим какие-то проблемы с некоторыми программами. То есть, может, и будет работать, не знаю. Но для надежности лучше сделать так. Какую-нибудь папочку создаем в корне диска. И обязательно нужно разархивировать. Из архива, если запустить, не работает. Правой кнопкой у меня вот так вот. Распаковали в папку. Все, заходим. Здесь, в зависимости от того, какой у нас разрядности Windows, 32 или 64. Ну, у меня 64, я думаю, большинство тоже. И, в общем, открываем вот эту вот. Если 32, то, соответственно, вот эта папка. 64 вот это. Открыли. Вот программка. Ну, я запускаю всегда правой кнопкой запустить от администратора. Но, возможно, здесь это не обязательно. Ну, у меня уже как бы такая привычка есть. Все, запустили. И после этого все, все работает. И проверяем. Открываем обратно наш браузер. Открываем наш ролик, например, тот же самый. И оп, сразу же, только запустили, и уже так, все буфизино. Но, конечно, 480, да, нам надо максимум. Открыли, опять-таки так, смотрим, все запустилось, мотаем. Сразу же проигрывается. Так, вот, и вот, обгоняет просмотр сразу буферизация. Никаких так, проблем. Так, вот этого теперь, например. Мотаем дальше. 2 раза. Оп, все работает. Броня закончилась, теперь мы можем... Исход успешен. Так что все, ставьте, пользуйтесь, пишите свои отзывы, у кого работает, у кого нет. Если что, там есть и другие какие-то методы, но вот этот вот у меня прям сработал отлично. Так что пишите комментарии, у кого получилось, у кого нет. Ну и в крайнем случае, если все это не работает, то всегда есть платный VPN. Ну сейчас их рекламировать запрещено, но знать и использовать это можно. Все, всем удачи, спасибо за внимание. Ну а подписывайтесь там на канал и в группы вступайте, в Discord, все такое. Все.